Здравствуйте, уважаемые зрители, канал записки журналиста Геймера и читатели одноименного блога. С вами его ведущий Александр Белошенко, и тот редкий случай, когда 13 мая в понедельник в 19:32 я начинаю стрим. Ой, вот не стрим, а запись до стримов, пока ни руки, ни ноги не доходят, немного не до них. Вот, но... Здесь у меня, да, такой план. Вот это изучить и отправиться все-таки в... Это даже не Мегарида, а Коринфия. Но только вначале надо до конца добить Биотию, чтобы стала спартанской. Да. И пока отправляемся в крутых микенских доспехах. Навстречу успехах. Коня нам. Коня. Опа. Метка на карте. Интересно, куда поедет. Сейчас направо, но будет, да, и там будет поворачивать. А, ну, короче, окей, через ворота, да. Через ворота и на север. Так. Опа. Волки позорные. Так. А вот тут, где я уже был. Ничего себе тут. Короче, такой регион побит волной. И никак не отвалится. Сколько что-то волков-то. Не понимаю даже. Опа. Так. Вранье. Лагерь какой-то военный. Всего лишь. Так. Стелла Лита. Крепость плоты. Обалдеть. Так, что это у нас? Опа. Ну, в принципе, в теории тоже у нас Биотия как раз. Угу. Так, как раз вот можно крепость попробовать и взять. Кстати. Да, мы от войны с персами. Нужно осмотреться, Икар. От войны с персами. Колонна кого-то там. Кого-то там. Сколько тут всего, боже мой. Ух ты. Ну, короче, полимарха. Два капитана, три припаса, четыре сокровища. Всего много, все вкусное. Тебе сюда нельзя. Я знаю. Поэтому... Я что-то слышал. Да. Свою смерть. Есть. Так, так, так. Опаньки. Опа. Есть. Отлично. Есть. Обалдеть. Отлично. Прекрасно. Так, так, так.
Драхмы. И как-то дирхамы назвал. Конечно же, это драхмы. Так. Пара-пам-пам-пам-пара. Пара-пам-пам-пам-пара. Мощная скрытая атака. Отлично. Доступно сражение. Отлично. Сейчас мы... Опа. Слуга кентавров. Так, иди сюда. Ох ты, ядрить. Отлично. Есть. Забыл, как тут блок ставится. Удивительное дело, да? Так, тут меня там отслеживают. Оп. Все нормально, потому что не хочу пока тут. Еще и винкт дерзкий. Так. Идите сюда. Опа. Есть. Опа. Есть. Ух ты. Подсказка найдена. Какой-то культист есть еще. Вот это да. Шикарно. Так. Какого-то еще культиста нашли. Шикарно. Мне очень нравится. Так. И раз. И отлично. Угу. Отлично. Всех тут повалили. Угу. Стало меньше, ребят. Опа. Это вот полимар какой-нибудь. Капитан. Обалдеть. Ну и дохлый же у вас капитан, ребят. Так, так, так. С деньгами все в порядке. Регион вообще на нуле. Ай, так, сейчас одну минутку. Вернусь к вам.
Так, я вновь вернулся к вам. Отлично. Сожрали. Так. Припасы армии, это хорошо. Что я сагрил медведя. Ловушечку. Опа. Моя прелесть. Отлично. Золото и все такое прочее. Угу. Совсем, ребята, мышей не ловят. И расставлены так, как... Ну, я не знаю, ну. Я забыл, что он там, он как-то выходит. То никого не было, то... Так. Что там с медведями? Разбираются. Реагировал. Интересно. Опа. Так. Интересно, там что? Медведь, что ли? Все как-то зависли.
Не кисни на радуге зависли. У них там хватает забот с медведем. Опа. Опа-па-па. Все собрано. Кисни на радуге зависни. Так, так, так. Стоп, вверх. Ух ты, ём. Попался. Опа, иди сюда. Опа. Так, отлично. Да отойди ты, это ты жаровни, мать ее. Есть такое интересное. Так, так. Козий сыр, короче. Поживились мы тут. Сундук с казной. У них казна меньше, чем у меня в наличии. Осталось одно сокровище и одно припас. Так, лучше мне выбрать, что я, блин, буду искать полдня, я себе знаю, у меня. У меня бывает так, что опа-па. Так, и доступно сражение. Сразу же сейчас пойдем биться за Спарту. Есть. Опа.
12, 12, 12, 12. Опа. Короче, пошли. Так, остались. Ага. Нет, не то. Сейчас я про культистов прочту. Не переживайте. Во-первых, откупимся. И сложное испытание. Вторжение, да. Так, сейчас надо быстро определить, где там припасы, и быстро, чтобы сражение не исчезло. Как могу от этого отказаться, там пригодится мне. Тем более тут ушел пацанчик. Все хорошо. Все даже прекрасно. Медведи. Так. Русские медведи застряли. Как и те. Слава богу для меня. Так. Опа, и... Что у нас тут? Есть... Перметиатор не то. Хотя, может быть... Крепость. Крепость, крепость, отлично. Так, ну все. Можно идти сюда. И потом на войну. Так, так, так. Отлично, десница. Хамов, я даже... Ух ты, ё-моё! То есть, я даже настолько обнаглел, что... Ну как я вот это ставлю одного бедняжку? Я взгляну. Теперь все. Рыба моя. Святилище Афродиты. Ух ты, а что это такое? Фу, вот сейчас бы был прикол, если бы разбился. Вот, ё-моё. Просто святилище Афродиты. Отлично. И что, и зачем, как? Интересно, и что? Ну реально, святилище Афродиты. И что тут делать? Просто место. Просто место пусто. А, ну да, святилище. Просто... Давайте. Хочу биться, биться за Спарту. Метка на карте, поехали. Все. Крепость нашу. Все мы тут зачистили. Будет отлично. Сейчас видео сохраню. И квест тут. Ну квест, ладно, не буду брать. О, ура. Везде война.
Так, а поговорить-то можно? Да ё-моё. Горим. Мы выдвигаемся к афинским границам и не откажемся от помощи такого бойца, как ты. Поможешь нам повернуть ход войны в нашу пользу? Конечно. Мой меч к твоим услугам. Славно. Нам нужна любая помощь. Понеслась. Сейчас будет интересно, я уверен. Руби Афин. Дави демократию. Ну. Опа, и раз. Опа. Ой, ё-моё, что такое? А. Ещё какой-то... Я ж тебе помог. Опа. Из Архыз. Опа, это куда ж ты? Тихо. Не вижу его. Марка, вон он. Есть. Опа. Где полимарк тут? А, вот ты где. Опа. Есть. Есть. Готов. Так.
Так. Опа. Да куда ж ты? Опа. Есть. Сюда. Опа. Есть. Всех тут повалили. Сколько? Опа. Погиб. Великл щедрый. Герой. Солдат. 21, капитанов 6. Шикарно. Биотия спартанская. Да. Оба-на. Угу. 3, где... Угу. Еще кто-то остался тут. Опа. Ладно. Шикарно. Давайте посмотрим, что тут с культистами. Кто-то у нас тут. Деянира. Георбиоти. Давайте посмотрим, кто таков. Почитаем. Письмо Акитос. Где ты нашел этого глупца? Этот предводитель Биоти — жалкий трус. Я боец, а не игрушка. Я здесь, чтобы сражаться, убивать, совокупляться. Достойная жизнь, достойная смерть. Пора испробовать мою новую балаву. Достал такую же, как у мудреца. Уже надо заставить их скорчиться от боли. Все падут, и останемся лишь мы. Это письмо Акитосу и письмо Дионира предводителя. Ничтожество. Я был рожден героем Биоти. Мне не нужно доказывать это своими одеяниями. Я не красуюсь на улицах, я не ношу перья на голове. Я убиваю, вот и все. Если ты снова пришлешь мне доспех, в котором я выгляжу как посмешище, я убью тебя, Дионира. Я. А, так это она. Значит, это. Значит, я была как рождена. Одна половина без другой. Да, она. Мне больше нечего терять. Когда-то героями Биоти восхищались. Вообще слагали песни. С временем герои стали выродками, вселяющими ужас во всех, кто вставал на их пути. Даже в жителей Биоти. Во главе героев стала Дейенера, самый свирепый воин космоса. После Дейенера могла... Пока Дейенера могла... Сражаться Биоти была неприкосновенна. Ну, отлично. Тут еще столько вас, ребят. С ума сойти. А, так она жива. Это красные, которые того. Угу. Так, что у меня? У меня плюс 2. А, ну да. Еще же один уровень. Яд подозрения бьете. О! Еще начнется так. Факи, да, с нами. О, Малида. А финские. Македония, Спарта. Так.
Угу. Яд подозрений. Давайте рассеем этот яд подозрений. Так. Отлично. Сейчас мы тут посмотрим. Не, никто не звонил. Ой. Здравствуй, незнакомец. Нужна помощь? Ты же из лагеря, верно? Тебе говорили о ядах? Каких ядах? Ядах для стрел. Неужели ты не в курсе? Я уже неделю жду, пока твой командир пришлет за ними кого-нибудь. Меня никто не присылал. Как? Если не доставить яды в ближайшее время, ваши войска двинутся дальше. А я разорюсь. Значит, нужно отнести это спартанскому командиру. Ну да. Я справлюсь. Я перед тобой в долгу, Мисти. Мне пора идти. Ученый прислал это тебе. А, да, я как раз ждал этого. Вот твои деньги. Уже знаешь, нам дадут время отдохнуть. Это самое Дейнира. Сейчас мы ее и закопаем скоро. Хочешь верь, хочешь нет. Мы собираемся расслабиться, напиться. Так. Поехали к метке на карте. Так, куда-то мы... Ага. Понятно, да. Все разрушено. Конечно, война идет. Опа. Интересно, что у нас здесь такое?
Что еще? А, значит там. А, это еще одно святилище. Просто. Ну да. Все сожженное такое, ё-моё. Когда я читаю Дейенира, мне хочется Дейенис Акарс сказать, как было в Warcraft, если помните. Так, лезем вон туда, понятно. Опа. Так, так, так. Красиво здесь, конечно. Так вот, сколько я играю, все как-то. Детство вспоминается. Забытая сторожевая башня. О, новая область. Через таким она. Забыта. Только вышечка, синхронизация, поехали. Это на границе Биотии и Атики, что ли? Да. Опа. И короче, на восприятие. Всем хорошо. Я не туда прыгнул. Всем еще лучше. Так. Святилище Афины, святилище Афродит. Ну что? Равнина Деметры. А мы отправимся вот сюда. Дейенира, по-моему, она будет только приближаться, потому что она едет. Ну, нет дороги, как нет дороги, а там что? Опа-па. Отлично. Опа. На своей меткой вперед, 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 вперед. Хорошо, я в тебя верю. Сейчас как-нибудь через Мегарин, знаешь, так. Оп. Приближаемся. И хорошо, так приближаемся. Километр. Нормально, сейчас мы ее встретим. Либо не, ну квест, конечно, я все понимаю, но. Стоп, ладно. Пообщаюсь. А вдруг чего? Вдруг потом пригодится. Так.
Шайры. Тебе нужна помощь наемника? Бескультурные глупцы, свиньи. Вот афинские солдаты вели себя по-людски. Спартанцы не оценили твою музыку. Они плевались, злобно глазели и угрожали. Говорили, что я только детей рожать сгожусь. Конечно. Чтобы их вороны склевали, и командира, что меня позвал, тоже. Дай угадаю, нужно убить спартанского командира. Именно. Ладно, я берусь. Ты прославишься, наемник? Я вернусь, когда все будет сделано. Конечно, понимаю, что я... Да ё-ма. Убить спартанского командира, где я... Так, только не говорите мне, что это в этой... Вот твою дивизию. Ведь тут же опять будут все, блин. Говорят, у нее все плохо. Мы готовы. Есть. Хватит это терпеть, как говорится. Иди сюда. Опа.
Топа. Так, кто у нас тут? Не-не. Мы. Все. Отлично. Ну, чуть-чуть похулиганили, да. Все в замке. И раз. Опа, есть. Совсем другого, ну ладно. Что вы какие-то позорите мой рот, что называется. Опа. Так, еще раз. Все в крепость приходили ко мне, да? Опа. Есть. Опа. 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 Опа, поаккуратней. Опа. Опа, тихо. Есть. Так. Есть. Так, отлично. Печать спартанского полиморха. Отлично, да. Отлично. Теперь вон отсюда. Угу. Спартанского полиморха тоже надо уважить. Давайте видео сохраним. Ой! Опа! И раз! Опа-па-па-па-па-па! Ёперлич. Чатер. Опа. И раз. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Отлично. Отлично. Тут как. Ну да. Нам придется тут сразиться. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
Опа. Опа. Подзабите. Опа. Ты зараза. Что ж ты так? Нет, тут надо как-то иначе. Сейчас попробую. Как-то иначе надо. Посмотрим, она всегда одна или не одна. Видимо, загрузится после того, когда я выполнил задание. Поехали. Есть. Опа. Шестьсот. Ну там как-то надо. Не знаю, может потихонечку. Может одним за одним или еще как Александра Безумная. О, ну да, так, ну сейчас как-нибудь сохранимся, кстати. Так, корабли, кстати, о кораблях. Кстати, о кораблях, да. Урон оружия. Стрелы. Отлично. Древесины, что ли, нет столько? Способности. Это да, это я с радостью, когда копье будет. Гермес. Опа. Опа-па. А вот мастер скрытности, это, кстати, да. Опа. Хорошо. Угу. Уровень копья. Хаос.
Ярость рода, кстати, может это сделать? Она же вроде бы пассивная. Мастер огня, и вот это, кстати, тоже. Пылающего удара. Можно сделать, да. Повелительство. О! И стрелы тут тоже можно. В общем, есть куда развиться еще, да. Надо ее завалить по-любому. Надо. Это можно сделать, можно. Можно это сделать. Так это. Там все элитники, все моего уровня. Подставляешься под меч. Опа.
опа. Опа. Что не покориться, но все-таки можно. Сфокусируется на одном, потом на другом. Сейчас к вам вернусь. Так. Так, продолжаем. Сейчас мы третья попытка. Я все-таки на два уровня выше. Давай. Йо. Как бы так. Как бы так придумать-то? Так. Половину сразу, ну вот и вот мою в половину сразу, да? Так. Опа, шикарненько. Опа, иди сюда, опа. Вот как повезло-то. Есть. Замечательно-то как. Вот и все. И нет культиста. Сандалия хила. Замечательно. Так, так, так. Так. А тут чего? Мудрец, значит, булаву. Символ мудреца Тифон. Так. Глупца. Много ли... Ага. Ух ты. Рахма и фрагмент артефакта. Угу. Булава Тифона. Отлично. Так, так, так. А копье? Где? Копье здесь. Интересно, а где там лучше сейчас снаряжение? Так. Чуть спартанского, ага. Это что такое? Фрагмент артефакта. Медалин сфинкса. Травы для Гиппократа. Так. У нас тут есть фракийский
Лекарь, триумфатор, портанском герое. Древнего рыцаря. Пароль. Так. Финский птерий. Так, так, так. Это сандалия Хила. Круто. Они хороши. Кстати, кстати, о птичках. Так, копья. А то как-то пойдет, что такое? Список гравировок. Вау, а можно же. И на это наносить гравировку. Да-да-да. Вот так. Ничего. Оп. Рефлексивное. Крашен. Крашен тоже разберусь. Угу. Древесины, я видимо перестал разбирать луки или что-то такое. Все продал. Так. Так, одну минутку. Снова здрасте. Я к вам вернулся, правда. В реальности время прошло немало. Так, чем мы тут занимались? Чем-то разным. Так, Биоти спартанская. Факида спартанская. Малида. Так, задание. Там с этими, с печатями. Угу. В принципе, так. До предводителя. Так. Семь. В крепостях. Или ее. Так, это все заходы связано. Серебряные. Жилы. Планетского союза. Угу. Так, создание возможностей. Артефактов. Копье. О, про копье, кстати. Ощущение, что можно его. Или помните, где-то мы тут копье-то. Так. Копье.
Я ждал ночи. Знаете, я тут вспомнил, где находится кузница. Вот, потому что мне там уже пора свое копье усилить. А где тут, правда, кузница? А вон она, да. Опа-опа-опа-опа. Так. Так, что-то я... Или лыжи не едут, или я что-то не помню. Походу лыжи. Слушайте, я не помню. Честное слово, не помню эту древнюю кузню. Так. Так. Так, а тут копье. Улучшить копье. Вот. Соберите артефакт. Так. На 5 из 9, ну. Или рано еще. А, вот что ли? Корма напоминает так. Меч, с которым Деймос была на встрече культистов. Может, его выковали здесь? Так. Убейте, не помню. Так. Так, так, так. Попробую еще раз. Может быть, надо улучшить, в смысле собрать 9 частей. Вот. Ладно, ладно. Почему так вздрагивает геймпад? Что-то важное. Как бы важное. Ладно. Видимо, что-то не... Или путаю, или что-то... Не понимаю. Или... И то, и другое.
Чемень так? А, подождите, а это куда? Не. Ладно. Древняя кузница. Ладно. Так, так, так. Выходим оттуда и идем исследовать вот тут ту штуку. Знак вопроса неожиданно. Взаимодействовать. Так, есть у меня одна мысль, кстати, про эту кузницу. Может быть, там не сработал триггер. Что тоже возможно. Ну, камон. Здесь некуда залечься. Опа. Так. Две, четыре. Интересно. Давай. Отлично, молодец. Залез. А тут что? Остров такой. Красивый. Опа. Стирол. Так. Следница помила. Сверкающий. Опа, охота с головами. Интересно. Судьба Атлантиды, сверкающая. Аргал гневного кратера. Ничего себе. Так. Опа. Что он тут делает? А типа кораблекрушение. Ну хорошо, не зря. Так.
Так, товарищ Стерол. Стиморол. Отлично. Залив неведомого. Опа, это что такое? Здесь меня могут заметить. Ой, ё-моё. Нифига себе. Это что за... Так это этот. Циклоп. Ничего себе, что он тут делает? Есть. Ой, ёп. Иди отсюда. Так. Опа, под удар, как обычно. Да не то ты, зараза. Опа. 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 Прям дубиной. Откуда он этот берется? Да ё-моё. Так, ой, ё.
жестко. Да ё-моё, опять ты попал под удар. Так. Опа. Громолния. Стерл, да, циклоп. Так, ну что, неведомый. Стирола. Смысл стирола. Если это просто. Ну вот. Одним заданием меньше. Залив неведомого. Так. Опа. Что-то как-то... Интересно, сейчас я к вам вернусь, посмотрю, откуда ачивка. В общем, это из дополнительных задание. Угу. Так, ну что, Факио Малида слабна. Сейчас мы Артемида. Оп. Перенесемся и выполним задание. Так. Так, 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 так. Сейчас отвоюем.
И ну. Есть. Попробую найти укрытие. Да не надо ничего искать. Фекида, оборона армии. Охотник, рада нашей встрече. О. Я добуду остальные шкуры. Опа. Факит такая осенняя, да? Как раз осенью проходил. В прошлом году здесь зачищал все. Можно было, конечно, на лошади. Но куда тут лошадь? Так. Спартанцы, я к вам. Оп-оп-оп. А, хозяин орла! Я думал, что боги покинули нас, раз позволили афинянам наводнить наши земли. Но они все же прислушались к нашим мольбам. Чего ты хочешь? Грязные афиняне! Достаточно долго теснили нас. Сражайся с нами и отправь их воить, где им самое место. Обязательно. Твой меч к твоим услугам. Славно. Нам нужна любая помощь. Сейчас мы порвем. Сюда. Так. Вперед. Раз.
Афинские псы. Есть. 21 солдат, 8 капитанов. Отлично. Опыта там прилично. Ассасина. Так. Малида ослаблена. Факида, да. Пиоче, да. Мегарида. Так, Карин Фенаж, отлично. Аргалиды, кстати. Элиды шут. Так. Угу. Малина. Это Факида. Руины Артемиды. Так. Бухту Пандоры. Сейчас попробуем сюда. Перенесемся. Хочу, чтобы Малида тоже была спартанская. Опа. Опять я неправильно прыгнул. Так. Предводитель. Лучше не лезть в бой и действовать незаметно. Храм богини Су. Опа. А кто вы тут такие? Так. Уйдем. Медведь делает это. Лети-ка ты отсюда. Опа.
Опа. Так, а тут есть какой-нибудь там, типа, дом предводитель? Еще какая-нибудь такая штука. Или подождите, или... Источник Кефиса. Ну, давайте сюда. Посмотрим, что... Да где-то не туда. Так. Не туда. Это же другой регион. Следы перстов. Ну да. Катафракты. И так далее. Я, конечно, еще тот красавец, но кто ж туда прыгает? Очевидно, я. Так. Поручил, ну, в общем. Надо вынудить Афинин пойти на боевые действия. Поблизости нет дороги, ну да. Только поручил. Поручил у нас в Малиду. Так. Ну да. Мне нужны финские солдаты. Отлично. Пора. Что тут такое? Так. Стабильность в регионе испортим. О,
финский лагерь. Ну, прям вообще. Сейчас. Это же Афина, да? Городам там по дорогам, в общем, поездить. Сейчас я видео сохраню.